Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Мартин Шонгауэр. Христос, несущий крест. Около 1480 года самая большая и живописная из гравюр Шонгауэра «Христос, несущий крест» – это шедевр. Эта гравюра, изображавшая шествие Христа на Голгофу, является самой визуально сложной работой художника. Он создал спектр тонов от белого до серого и черного, изменяя плотность штриховки. Мастерски смешал светлые и темные области. Например, он поместил полностью заштрихованные фигуры справа на фоне пейзажа, очерченного только контурами, и сделал почти обратное с мальчиком в левом нижнем углу, расположенном перед областью затененной земли. Шонгауэр был вдохновлен картиной Ян ван Эйка, ныне утраченной и известной только по копиям, и аналогичным образом создал изображение, наполненное живыми характеристиками экзотических фигур и случайных деталей. Выдвинул всю процессию на передний план и, как на религиозных иконах, повернул голову Христа лицом к зрителю, подчеркивая отождествление человека со страданием Христа. Вот такое описание нашел в интернете к работе Мартина Шонгауэра «Христос, несущий крест». Пока-пока, до свидания.